Всем добра и счастья, дорогие друзья, меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это Alan Wake Remastered. Мы с вами в прошлой серии перешли на последнюю главу, как я понял, на шестую. Нашли интересные записки от Томаса Зейна, по-моему, да? Так, ну, повстречались с разными людьми, которые в курсе шарят за тьму. И вот, собственно, шестая глава у нас начинается с флешбеков. С похмелья Алана Вейка. Так, нам нужно было что-то найти. По-моему, очки найти, выпить воды. Что-то такое у нас задача была. Давайте исследовать. Вот, взять очки. Я надел темные очки и сумел взглянуть на мир. Теперь можно было открыть глаза, не ощущая себя вампиром на солнце. Так, в ушах что-то звенит у нас. Я не был уверен, что обойдусь без боли утоляющих. А, таблеточки выпить надо. Взять обезболивающее. Ух ты ж. Ну, правильно, пустоту съел. Таблетки быстро подействовали. Бодрствование стало вполне выносимым. Вот так мгновенно. Это что за таблетки такие, а? Подскажите, что за таблетки? Что за таблетки? Я бы хотел узнать, что за таблетки такие. Не, ну бывает, голова болит, знаешь, типа, даже не с похмелья, просто болит башка. Вот, и типа, хренак, и все хорошо. Где бы такое лекарство найти? На автоответчике оказалось одно новое сообщение. Так, ребята, сейчас одну секунду, я дверь не закрыл. Надо закрыть. Так, дверь закрыл. Теперь надо Алана Вейка проходить. Опа. Так, послушать сообщение. 2 года назад в Нью-Йорке Вейк просыпается после бурной ночи. Окей. Так, все, поехали. Автоответчик. У вас одно новое сообщение. А, ты еще спишь? Подъем, подъем. Твоя передача записана на ТиВо. Если Элис не слишком разозлилась и все-таки записала ее. Она мне-то звонила и устроила разнос. Ну да, конечно, прошлую ночью мы слегка перебрали, но ведь положение обязывает. Ал, я тебе как другу говорю, если она будет вот так вот вмешиваться в твою жизнь, это не пойдет на пользу карьере, понятно? Потом поговорим, Ал. Посмотри передачу. Ну давайте посмотрим. Можно? Блин, такой шум города вообще прям фоновый. Пиздец, фу. Бесит. Прошлым вечером я был гостем на ток-шоу, говорил о последней книге. Шоу должно было быть записано на ТиВо. А там сейчас это. Мы сидим, пишем книгу. Скорее всего, так и будет. Сейчас я еще кухню пройду. Блин, проходная кухня, это, наверное, удобно, кстати. Столик такой аккуратный. На двоих. Ну ладно, здесь можно, ну, если постараться, можно четвером сесть. Ну, если постараться. А так вполне приятная кухня, слушай. Двойной холодильник. Вытяжка. Стиль прикольный. Типа вот стена такая кирпичная. А тут все в черных тонах. Окей, смотрим телевизор. Леди и джентльмены, и вновь добро пожаловать нашего Гарри Гаррита. Спасибо, спасибо всем. Сегодня у нас замечательный гость. Я беседую с автором бестселлеров Аланом Вейком о его новой книге «Внезапная остановка». Да, отличное чтиво, купите ее. Не-не, это хорошая книга, знаете, скажу вам честно. А стоит? Нет, но я все равно скажу. Я занятой человек, поэтому о книгах мне рассказывают помощники. Но эту я прочел от корки до корки, то есть я ваш горячий поклонник. Ух ты, спасибо. Тем, кто еще не читал книгу, а судя по продажам, таковых осталось двое, а лучше дальше не слушать, чтобы не портить себе удовольствие. Но в последней книге главный герой, крутой нью-йоркский детектив Алекс Кейси, погибает. Такой поворот вызвал массу протестов. Какого черта вы убили Кейси? О чем вы думали вообще?
Туда ему и дорога. Не, серьезно, 7 лет и 6 книг — это много. Он был слишком мрачным. Было трудно проводить с ним все рабочие часы. Хороший получился марафон, но пришло время идти дальше. Моя следующая книга будет отступлением от старого. Ах, вы эгоист несчастный, только о себе и думаете. Хотя за все эти годы вы доставили нам массу удовольствия. А раз уж об этом зашла речь, Кейси действительно был мрачным парнем. С девушками ему не особенно везло. Это списано с автора? Да, в самом деле, подружки Кейси долго не жили. Кейси испытывал очень сильную боль, но я тут ни при чем. Я счастливо женат. Жена моя муза. Поздравляю, здорово это слышать. А как прошел рекламный тур? Хорошо, отлично, но должен сказать, я рад вернуться домой в Нью-Йорк. Да, в новостях вас в последнее время часто показывают. Куча вечеринок и вы подрались с каким-то папарацци. Ой, ёлки. Но этот парень лез мне прямо в лицо, и я сорвался. Знаю, это было неправильно. Вы известны бурным нравом. Еще я написал пару-тройку книг. Итак, ваш последний роман называется «Внезапная остановка». И он уже лежит на полках книжных магазинов. Купите его поскорее, я сейчас обращаюсь ко всем. Дамы и господа, на сегодня это все. Хочу поблагодарить всех гостей за приятный вечер. Аун Лейк, Сэм Лейк, Сэм еще раз вот так. И наши исполнители. Poets of the Fall. Спасибо и доброй ночи. По крайней мере, я был забавен. Я сказал себе, что смогу это пережить. Привет, дорогой, смотрел передачу? Ничего глупого я не говорил, если хочешь знать. Ладно, ворчу. Хочешь аспирина или еще что-нибудь? Снова начнешь выступать по поводу всего? Знаешь, иди-ка ты спать, Алан. В очках такой чел. Что, теперь ты даже и разговаривать со мной не будешь? Утром я сердилась, потому что ты сказал, что вернешься в полночь, а явился в 7 утра, и отрубился на середине предложения. Но сейчас я успокоилась, а ты злишься? Проклятая поездка, все пошло кувырком. О, дорогой, все почти закончилось, да? Мы вернемся к нормальной жизни, и ты снова будешь писать. Мне жаль, милая. Алан, у тебя путаются мысли. Просто прими душ и возвращайся в постель, ладно? Да, ты права, солнышко. Извини. Давай потом уедем вместе в отпуск, только ты и я. Отдохнем спокойно. И мы как раз в Брайт Фоллс поехали, да? Ясно, ясно, ясно. Брайт Фоллс настоящее. Каким-то образом щелкунчик подействовал как ключ от дома. Чтобы спасти Элис, мне надо было вернуться на озеро Колдрон. Я возвращаюсь на озеро, чтобы покончить со злом. Закончу рукопись, и все вернется на свои места. Почему ты не можешь писать прямо здесь? Последняя страница осталась в машинке. Сначала надо ее прочесть. Необходимо сделать все точно по правилам. Зейн пытался срезать пару углов и поплатился за это. Ладно, когда выступаем? Прости, Сара, но мне придется пойти одному. Барри, возьми ее пушку. Мисс Уивер, закройте за мной дверь. Удачи, Ал. Увидимся. Наверное, нам было добавить. Пошел разъебывать тьму. На улице было тепло и солнечно. Я нажал на кнопку щелкунчика. Это ли стало причиной? Я вновь и вновь задавал себе этот вопрос. Пока светило солнце, я решил добраться до озера. На странице Зейна я стоял на краю озера Колдрон и собирался нажать на кнопку щелкунчика. Туда я и направлялся. Ой, классно сделано, атмосферно. Последняя глава должна быть самой лучшей, я так думаю. Да? Ты же согласен? Согласна? Напиши в комментариях, сколько нам еще осталось. При свете дня в окружении красот северо-западного побережья было трудно избавиться от сомнений. Они лезли в душу. Я все еще мог свалить все на сон или на бред. Воображение с готовностью рисовало нужную картину, что я все...
Все это время провел в доме, в плену у своих видений, обезумев от горя после смерти Элис, как и убеждал меня Хартман. Но наверняка не узнаешь. Я сказал себе, что это не имело значения. Мой путь был определен. Как же приятно днем находиться, блин. А то мы в этих потемках просто устали уже бегать. И видимость-то какая хорошая. Ну, кстати, днем уже похуже видно, да? Но я имею в виду, похуже горы стали выглядеть, такие текстурки. Но все равно еще очень красивая игра. Очень приятная по дизайну. А куда мне что надо? А, тачку брать, да? Тачку ехать. Так, у меня есть фальшвейры, есть револьвер. Окей, граната есть. Пойдет. Стой. Это, наверное, надо прочесть. Тут камера. Ой, камера. Карта. Карта. Нет? Блин, обычно всегда взаимодействующие билборды вот эти были. Ну, фиг с вами. Едем. А в ту сторону едем или мне в туннель надо было? Кстати, давайте до туннеля доедем. Мне просто любопытно. Ну, по логике вещей, я бы по дороге поехал, не в туннель. Потому что машина стояла в этом направлении. Но мало ли вдруг... У меня машина тормозится. Ну, конечно, вы круто закрыли здесь дорогу, да? Но, во всяком случае, я проверил. Мало ли, знаешь, мог быть здесь листок или еще что-нибудь. Все-таки надо было проверить. Но иллюзия хорошая, что типа там тоннель, что типа цельный открытый мир. Когда уже Alan Wake 2 выйдет? Я вроде слышал, что в Control сделали дополнение Ava, которое называется, там типа Alan Wake появляется. Типа они совместили вселенные. Но я в Control не играл, не знаю, что там вообще к чему. Поэтому вот такие дела. Тут ничего любопытного нету вроде как. Едем дальше. 97,6 КБФ FM. То есть тут разные тачки лежат. Просто я не знаю, типа, есть смысл все это исследовать? Типа, если тут ничего нету. Не, ну что-то должно быть. Здесь тропинка такая. Вот, охотничье ружье. Уже неплохо. То есть смысл есть, конечно. Но не такой критичный, типа, знаешь. О, еще и домик там. Ну, давайте договоримся. Вот это место сейчас исследуем. И дальше я останавливаться не буду, поедем. Типа, плюшки себе какие-то взяли. Опачки. Не, ну это я не зря, кстати. Не зря остановился. У меня ракетница теперь появилась. Ну, я доволен. Все, можем ехать. Все равно, кстати, некоторые текстурки мерцают. Не знаю, обновление будет делать, не будет. Типа... При некоторых ракурсах на некотором расстоянии поверхности мерцают. Я не знаю, почему это. Я так думаю, особенность движка и то, что в него вмешались, когда переносили... Не переносили, а улучшали текстуры и перерабатывали освещение. Могло такое случиться, это вполне вероятно. А я тебе напоминаю, сегодня мы переходим на зимние игры. Вечером выйдет первая серия по первой зимней игре, который мы будем проходить, наверное, где-то пару месяцев. Можешь погадать, а можешь подождать. Так, а чё, тут тоже тупик, да?
Тьма прикоснулась ко мне. Между нами была связь, и всегда будет. Я вновь почувствовал ее присутствие. Она приближалась. А у меня есть фонарь? Бам. О, уже ночь. Я убью твою жену. А, у меня мощный фонарь. Сучок. Вот так вот, по щелчку и уже тьма. Блин, я только такой кайфанул. Думаю, днем сейчас, ну, побегаем там, куда-нибудь поедем долго на машине. Но нет, размечтался. Темная сущность мешает Уэйку. Темная сущность больше не пыталась завладеть писателем, чтобы он написал нужный ей финал. Писатель слишком много знал. Он был слишком силен и обладал оружием, которое оставил Томас Зейн. Оружием, которое могло нанести ей вред. Теперь тьма делала все, что было в ее власти, чтобы просто помешать писателю добраться до озера Коудрон и до темного места, откуда она явилась. По-моему, она уже как пару глав нам такое мутит. Пытается мешать. Че, на тачке можно ехать? Ну, поехали. Все равно это получше, чем бегать. Так. Это еще одна машина. Меня устраивает это, в принципе. Ну, просто нам такие модельки предлагают. Хочешь, на это езжай. Хочешь на той. Ну, на эти чуваках я не вижу смысла задерживаться, потому что мы не получаем ни опыта, ничего. А смысл тогда? Типа, если можно их скипнуть, типа, знаешь, такое нельзя сделать в Диабло. То есть тебя тупо не пустит орда. Так, все мерцает у нас тут. Давайте в домики зайдем. Пополнимся. Пополнимся и преисполнимся. Ну тут прямо заманили нас. Судя по росписи в журнале гостей, агент Найтингейл останавливался здесь в номере 2. А, тут может мы что-то узнаем еще. Переключиться на дробовик. Нет, не охотничье ружье что-то побольше вкатывает. Оно расстояние. С большего расстояния может завалить. Опа. Ну, прям как алкаш здесь жил. Значит, в этой комнате Найтингейл сидел, когда не бегал за мной. Фоточки. Взять светошумовую гранату. Все? Тут закрыто. Ну и все? То есть тупо здесь был мини-тайничок? Ёб твою мать! Как же они меня пугают. Нахуй пошли. Я сказал, нахуй пошли. Кстати, вот знаешь, внезапные их появления, прям, когда не ожидаешь. Бесит. Ба-бам! Я Доминик Торетто. Так, чувачки опять меня там поджидают.
Я-то в машине, мне пох. Че, слева можно проехать? Ну, типа, нет. Скорее всего, тут придется идти, ребята. Игра нам намекает. Так, вот вкусняшечки. Ну, здесь по-любому тьма будет. Я так и знал. Благо, мощный фонарик тащит пока что. Вот эта тачка сейчас поднимется. What the hell? Какого черта? Кажется, ли там записка была? Но это же записка, или нет? Это записка или нет? Объясните мне. Короче, на них, походу, не надо заострять внимание. Нам надо пробежать бы. Я тоже рад тебя видеть. Фух. Берем тачку. Едем дальше. Ох ты. Стирочек. Здрасте. Ой, блин, чё я на них парюсь? Типа, зачем на них задерживаюсь? Задавил. Не задавил, ну и хуй с ним. Опа. Ух ты ж. А вот это я не ожидал. Так, там какая-то сейф-зона у нас. Ну, хотя бы фальшфейер. И то неплохо.
почему нам дали эту тачку, типа, ну, пересесть, намекнули. Ну, типа, она помощнее, наверное, я имею в виду в плане фонарей. Ну, где вихрь-то? Нам же тут вихрь нужен. Я проехать могу здесь? Вроде как. Так, сейчас замес будет. Современное туристическое оборудование весит мало. Блять, их фразами доставляет, конечно. Оу. Я думал, что-то они подольше. Ух ты ж, сучкин, кучкин. Заебали, блядь. Они бесконечные, да? Да, так и понял. Давайте почитаем. След темной сущности. Дно озера Колдрон было могилой всего, чем за многие годы тем или иным способом завладело озеро. Темная сущность, в свою очередь, поднимала эту добычу наверх, разбрасывая там и тут то гнилой, разбухший от воды остров старой лодки, то останки некогда рухнувшего в озеро самолета. Деревья трещали под ударами, земля стонала. Сущность не обращала на это внимания. Перезарядочка. Перезарядочка. То есть, короче, нам такими отрезками сейчас и будут двигать, да? То есть, побежал, на машине поехал, побежал, на машине поехал. Что-то далековато мы от этого озера. Мне казалось, будет ближе. А, ну тут есть объездной путь. Блин, и мерцающие вот эти штуки, конечно, напрягают. Но ничего с этим не поделать. Может, можно, конечно, пофиксить как-то, но... Не знаю, не гуглил. Не гуглил. Так, где у нас тут вкусняшки? Вон там, да? Блядьский ты, ну откуда же вы беретесь-то нахуй? Ой, бля.
Реально, в смысле, и меня пугает каждый раз, когда я оборачиваюсь, а там челик стоит с ножом. Как они это делают? Тут наверх нам еще предлагают зайти, да? Оу. Но тут я не запрыгну, здесь высоковато, ребята. Подожди, мне кажется, ли он хотел подняться? Блин, вы специально так сделали? Сучки. А, ну. Охотничье ружье. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Хотел взорвать эту штуку. А, нам сюда в любом случае надо было. Что-то нас прям подкармливают. Где ты там? А, вон. Заблудшая душа, иди сюда. Блин, сам себя уебал вообще. Нормально. Просто покрышками себя выебал. Еще раз разгончик. Жу. Так, и что нам тут делать? Проехать-то я проехал. Сюда, походу, да? Ладно. Давайте. Последнее погружение Томаса Зейна. Зейн вырезал у твари сердце, но она все равно не издохла. Тварь с лицом Барбары все так же ворковала о милых пустяках, но в притворную сладость был подмешан яд. Он надел костюм, отвязал чудовище от стула. Тварь слабо трепыхалась, но Томас держал ее крепко. Он вышел наружу, прошел до самого края причала и шагнул в темную воду, крохотным пятнышком света погружаясь все глубже, но так никогда и не достигнув дна. Он типа сердце там, что ли, похоронил? У нас тут легенды Дэви Джонса. Мы до озера-то доберемся сегодня. Ну да, почему бы нет? Бам!
Так. Получается, сейчас поднимется, я на тачке смогу проехать, да? Будем надеяться. Что-то армия мертвецов запахла Зака Снайдера с этим проходом, с контейнеров. Ну, кто видел, тот понял, о чем я. А пикапик-то наваливает. Когда в ярко освещенной комнате я рассказал Барри о своем плане, я притворялся, будто знаю, что делаю, но это не так. Меня вела изменчивая логика сна, я должен был пробиться к озеру, пройти через все ужасы ночи. Я должен был щелкнуть старым выключателем, хранящим детскую магию. Я должен был написать счастливый финал для романа ужасов, я должен был спасти жену из темной тюрьмы. Когда уже РПГ нам дадут? Было бы неплохо. Вообще было бы неплохо. Чё, мы еще до сих пор не на озере? Вы угораете? Follow. Хера у тебя силёнок. Ладно, еще бы она пустая была, я, может быть, поверил бы. Нагруженную такими деревяшками. Огромными бобинами. Точно нет. Ой, у нас здесь будет замес. Помповое ружье нам советуют. Я не знаю, почему. Но почему-то. Так, а открыть здесь нельзя, да? Я думаю, мы дальше поедем. Я никогда ее тебе не отдам. Мне что-то надо делать или просто мне нужно отбиваться? В чем прикол? А, сейчас буду, наверное, с вихрем воевать. С помощью прожектора.
блядь! Все, что ли? А я думал, буду с вихрем сейчас воевать. Типа он будет нападать, а я прожектором его ебашить. Наверное, это попозже нам подгонит. Типа еще рановато. Ну все, вроде я не вижу никаких нычек больше. Можем двигаться. Так, 42 минуты, ребята, нам надо как-то заканчивать уже серию. Но я не знаю, где лучше. Записочка. Темная обитель. Темное место, в котором я оказался, было не похоже на все, что я когда-либо себе представлял. Оно не было прочным и твердым, оно плыло, оно было умозрительным и субъективным. Для кого-то, творившего в иной области, оно было бы совершенно другим. Я чувствовал, как содержание рукописи окружает меня, как парят в воздухе слова и мысли, стремясь обрести реальность. Так. Ну вот вроде чекпоинт. Можно тут закончить. Вдалеке виднелись зеркальная вершина. Там же было и озеро Колдрон. Ой, блядь. Сейчас с этими воронами, да? Давайте на этом мы и закончим. В принципе, у нас тут сохранение точно должно было быть. И думаю, еще пару серий, наверное, будет по Алану Вейку. Вот. В середине декабря, скорее всего, закончим. Все, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте ролик лайком и канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.